and kiss the moon. I really get to clicking, but I'm looking for a sister who got on the wind. Kiss the moon. If you want time, have a night. Just let me know. Короче, сеструха попросила с Лизкой посидеть. Ты не против? Конечно, не против. Класс, пойдемте. А давайте на роликах покатаемся. Не, нафиг они нужны вообще. Учись. А мне мама сказала, мы на роликах покатаемся. Да вообще не вопрос, пойдем покатаемся. Я так устала, давайте на лавочку посидим, а? Ал, ну что ты придумываешь, мы только пришли, а? Дим, я так устала, я хочу на ручки. Мне папа всегда на ручках носит. Я не поняла, ты меня на руках не носишь. Пусть ее папа на руках носит. Брось ее! Ал, как я ее брошу, это ребенок. Когда мне будет 27, я буду старая, я тоже буду есть окно. Вообще-то мне 27, и я не старая. Ну, это ты так думаешь. А что одна стоишь? Где Лиза? Ты прикинь, она вызвала такси и уехала домой. Точно. А тебя умоляю, я тебя когда-нибудь брала? Лина! Ну, стерва! Друзья решили отравить. Мы решили им отомстить. Все, мы скоро будем. У нас есть 2 часа. Ну, проходите, проходите. Господи, как так получилось-то, а? Ребята, вам сколько сахара? А мы без сахара. Значит, солью. Это тебе. Валим, я им газ включил. Где он, Валим? Ребята, вы куда? Мы что начали? Ну что, теперь у вас будем жить? Power. Я тебе говорил, что так и будет. Ну что ты на меня орешь? Все, я на тебя обиделся, я с тобой не разговариваю. Такое солнышко, прям как на морюшке, да? А что ты с тобой вообще разговариваю? Я с тобой не разговариваю, понял? Помнишь, как мы здесь 4 года назад с тобой гуляли? Целовались? Конечно, помню, милая. Так, подожди, а что ты со мной разговариваешь? Я вообще-то на тебя обиделась. Ты первая начала со мной разговаривать. Все, я с тобой не разговариваю. Я тебе говорил, лучше оттуда пойти. Так, ты что на меня орешь, а? Все, я с тобой не разговариваю. Че? Это вообще-то моя фишечка с тобой не разговаривать. Так что, если что, это я с тобой не разговариваю, а не ты со мной, понял? Дим, а помнишь, мы завтра собирались мне по магазинчикам пройтись? Слушай, давай вот это вот все, то, что мы не разговаривали, оп, забудем, и мы теперь разговариваем. А я не хочу с тобой разговаривать. Это я с тобой не хочу разговаривать, понял? Так, Димон, держись. Жена пизданутая, ты нормально. Скажи мне про Димку. Лучше тебя его никто не знает. Вот что он любит покушать? Я ему так ужин хочу приготовить. Ну что готовить? Он любит селедку и молоко разбирает. Точно? Вот сейчас. Ну ладно, а какую музыку он слушает? Он просто обожает Рамштайн. А еще больше он любит, когда девушки танцуют под меня танец. Это как? Спасибо, Лиз. Дорогой, этот вечер ты запомнишь надолго. А пойдем, что покажу. Пока. Слышь ты, малявка, за твои советы он меня из дома выгнал. Мама, ты покажешь нам малыша? Ближе! Еще! Еще! Вот здесь перебор! Говорят, что он не похож на ребенка. Ну и кто тебе это сказал? Отличный малыш! Пропустите меня! У-ля-ля! Мы его утомили, пора его кормить еще немного. Мне надоела твоя сиська, хочу ее сиську. Смотри, какой весь в отца, переломала бы тебе все руки. А ну оставь моего ребенка в покое. А может, сделаем еще одного?
Дим, я, похоже, заболеваю. Давайте чай сделаем. С клюквой? Ага. Чайник поставь, пожалуйста. Хорошо. А что там с чаем? Ты забыл, да? Не-не, я не забыл. Я даже кружку там поставил. Так она ж грязная. Ну так сполосни ее. Ну ладно. Сполоснула? Ага. Открой холодильник. Ага. Видишь клюкву? Вижу. Вот, возьми горсть, положи в кружку. Готово. А мед нужен? Конечно, нужен. Вот, тоже ложку меда можешь туда закинуть. Готово. И все, залей кипятком. Сделала. Слушай, мне сделай чай тоже, ладно? Только без меда. Это что получается? Я сама себе чай сделала? Знаешь что? Пошел бы ты нахер и сам себе чай делай. Ой-ой-ой, какие мы обидчивые. Как будто было сложно мне чай сделать. В этом пойдешь, она ж как из жопы. Да и пох. Да и пох. Дим, ты что, охренел? Мы, блин, в кино опаздываем, ты до сих пор в одних трусах. Да и пох. Привет. В общем, у меня две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Так, давай с плохой. Меня уволили с работы. А хорошая? А мне похуй! Я с этого дня худею и прошу тебя передо мной не жрать. Ясно? Ясно. Где же желание худеть? Я говорю, нигде. Если ты не хочешь худеть, так не худей. Девушки, мотивация — это тоже. Думаю, я не осилю его один. А может, я осилю. Пошел в жопу. Добрый вечер, меня зовут Сергей, что будете заказывать? Мы будем воду. Подожди, какую воду? Я буду стейк, такой сочный, огромный, вкусный, чтобы я в слюне текли. Ты офигел? Дорогой, нам нужно расстаться. Че? Я стал стройной и красивой, а ты жирная свинья. Пока! Пожалеет еще. Хаджи, здесь настолько безлюдно, что мне даже не по себе. Детка, да не парься, со мной ты в безопасности. Меня воспитали улицы, тут никто не посмеет сунуться. Уличные кварталы – это мой дом, а я дерзкий и бесстрашный волк. Тут даже псы без меня не лают. Меня только гнев мой порой пугает. Йоу. Детка, привет. Чё-то он у тебя пугливый какой-то. Привет. Айо, пойдем со мной в ресторан, там будет песок, океан. Господи, где вас таких дебилов производят? Че, вещи собираешь? Ага, смотри, у нас три чемоданчика. Смотри, вот этот я себе забираю, вот этот себе забираю. Подожди, вот этот большой синий я себе покупал. Как себе? Слушай, он тебе вообще не идет. И вот этот маленький я тоже себе забираю, но оставил тебе чуть-чуть местечко вот тут. То есть я не еду? Почему ты никуда не едешь? Смотри, какая замечательная рубашка на тебе. Чем свои шортики? Под шортики палочки оденем, и все, огонь! Слушай, ну кто на тебя там смотреть будет, а? Ну хоть бритву мне положи! Дим, ну мы на 11 дней едем, ну вернешься, побреешься! А тебе нахера столько шмоток? Дим, ну я девушка, я должна выглядеть на 1000000%! А я мужик, я чмо, да? Ты меня не понимаешь! Главное вовремя пустить слезу. Ладно, забирай мое место. Если честно, там не было тебе места, потому что я знал, что ты мне его отдашь. Тогда возьму еще 5 платьев. Что твои чемоданы потерялись? Что ты сказал? Еще возьми 5 платьев, любимая. Сучка. Подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео первым.